Привет, народ. Сегодня снимаем батарею на Nissan Leaf. Как ее правильно снять? Два человека. Во-первых, понадобится рокла. Снимаем заднее колесо. Ставим домкрат под заднюю балку. Видим, да? И сбоку заводим рокла. Поднимаю ее вверх. Получается, мы батарею полностью будем держать на ней. И таким образом будем пробовать снимать. Обязательно снимаем предохранитель, который находится там, где задние сидушки. И спускаемся в яму. Отключаем полностью. Отключаем провода. Провода у нас находятся здесь. То есть предварительно нужно снять защиту. И они снимаются вот такие вот фишки. Раз, два и три. Ничего откручивать не надо от батареи. А просто снять вот эти фишечки. Ничего страшного нету. Дальше откручиваем вот эти вот болты, которые держат батареи. Они находятся по бокам. Раз и спереди вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть болтов. Итак, получается, что мы сняли полностью, открутили все болты. Сзади откручены. И батарея уже лежит на рокле, на досках. Но расстояние все равно не позволяет ее достать. Так что одну доску убрали. Сейчас будем поднимать батарею и доставать еще вторую. Будем пробовать доставать батарею из-под машины. Итак, подняли на вот такое вот огромное расстояние автомобиль. Как видите, да? Жопа вот так вот торчит. И вот уже выкатили батарейку. Вот так вот она выглядит. Огромный такой консервная банка. Вот такой вот. Вот такие вот дела. Так что, как видите, вдвоем можно снять батарею без проблем.